Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня посмотрела на канале у Дианы новую технику Shelly Art и активатор, который, в общем-то, открыла, можно сказать, придумала сама Диана. И, естественно, я, конечно же, не утерпела и побежала тут же попробовать, потому что все новое, интересно попробовать, получится, не получится. Значит, вот в предыдущем видео я делала вот такую вот, не знаю, как вам тоже по технике Shelly Art. И вы знаете, получилось прям как у Shelly Art. Вот такие вот ячейки, прямо они даже как выпуклые немножко. Ну, в общем, здорово получилось, мне очень понравилось. Подробно можно посмотреть в предыдущем видео. Здорово получилось, в общем, красота неописуемая. Очень мне понравилось, как получилось. Ничего не потрескалось. Все, видите, изумительно и замечательно. Вот. И сегодня я, посмотрев видео у Дианы, решила попробовать тоже два способа. Значит, у меня того активатора, который показывает Диана, вот сейчас вы его увидите на фотографии, пока нет. Вот в нашем городе его нет. Но хочу поискать в интернете. Это черная краска. Вот. И она, в общем-то, прекрасно сработала как активатор. Хочу ее поискать и тоже попробовать, что получится. Вот. А сегодня хочу попробовать новый способ растяжки с активатором, как делала Shelly Art и как повторила Диана. У нее тоже все здорово получилось. Вот. Ссылочки на эти каналы я обязательно поставлю в описании, чтобы вы могли сами, в общем-то, посмотреть, как они это все делают. Вот. А сегодня хочу, в общем-то, повторить и посмотреть, что получится. Ну, я любитель таких коротких видео, но сегодня, может быть, даже и затянется. Вот. Значит, сначала это белая строительная краска. Ой, наверное, много, но ничего. Я недавно купила другую, сейчас покажу вот такую, тоже моющаяся, супер белая. Так, вот видите, фирма Волна, но она гораздо дешевле ту, которую я брала раньше, новые технологии. И вы знаете, она работает ничуть не хуже, она прекрасно, в общем-то, и ложится, и не трескается, мне очень нравится. Так, и сейчас попробую, как делала Диана. Что мы возьмем? Ну, куда же без моего любимого фиолетового? Конечно же. Так. Так, это фиолетовый. Это я делала сама. Ну, я его называю голубая мята. Такой бирюзовый, смешивала чуть-чуть зеленого. Так, где-то у меня есть. Тут главное не переборщить с красками. Вообще в акриловых заливках главное вовремя остановиться, потому что бывает прямо так увлечешься и хочется. Делаем так. Потом хочу я сначала. Это вот у меня здесь такое розовое золото. То есть в золотую эмаль я добавила немножко розовой краски. Получилась вот такая вот. Розовое золото. Немножко добавлю. Так, это что у нас? Цвет морской волны. Что у нас? Вот так вот чуть-чуть.
И хочу еще желтого. Так, желтого. Чуть-чуть. Так, и чего-то мне еще тут в супе не хватает. Чего-то хочу еще. О. Так, чтобы нам еще тут добавить? Так, да, наверное, добавлю синий. Да, немножко еще синего. Так, чуть-чуть совсем. Этого. Так, раз у нас активатор будет белый, то немножко еще вот это. Так, еще немножко хочу добавить бордового. Так вот тут чуть-чуть тоже. Сейчас немножко мы вот это все как бы растащим дело. Так. Так вот, конечно, когда делаешь что-то новое, очень хочется, чтобы получилось. Но надо сказать, что, скажем, отрицательный результат тоже результат. То есть повод для того, чтобы посмотреть, потом и видео посмотреть, может быть, какие ошибки, что получилось не так. Ну так, чтобы вам было видно хорошо. Значит, и что делали дальше? Так, что делали дальше? Это активатор. Активатор. Вот. У меня белый, черного пока нет. Вот когда найду, обязательно попробую. Сегодня хочу попробовать в качестве черного активатора просто колер. Сейчас, знаете, как не буду я баночку наливать, потому что мне тут мало. Сейчас прямо вот сюда. Вот сюда его налью чуть-чуть, вот так. Вот. И вот так вот пробуем то же самое сделать, что получится. О, вы видите что? Вы видите? Это работает. Это работает. Посмотрите сразу, какие ячейки. Здорово. Здорово. Так. И еще сейчас сделаем другую сторону. Ну, без нажима, конечно, надо без нажима, чтобы просто вот это у меня, знаете, кусочек покупала силиконовую скатерть. Такой. Она продается разной толщины, есть, не буду врать, сейчас не помню какой толщины, в общем, разной. Вот. И она была у меня на столе, но она очень сильно впитывает краску, то есть красится и потом не отмывается. Поэтому пришлось ее снять. Так. И вот так вот, наверное, сделаем. Так вот, немножко. Так. Ага.
честно говоря, уже красиво. Мне уже нравится. Но все-таки я хочу немножко это растянуть. Растянем сейчас в эту сторону сначала. Ой, посмотрите, какая тут красота получилась. Так, сейчас. И растягиваем обратно. По диагонали. То есть, если в один угол, то тогда в другой уже начинаем тянуть. Зато тут краска не бежит. Наверное, получится белый угол. Ну, наверное, это ничего. Да нет, пошла краска. Пошла. Обратно. Обязательно надо обратно потянуть, чтобы у нас вот эти ячейки были побольше, такие растянутые. Посмотрите уже, какая красота. Так. И теперь сделаем в эту сторону. Ой, какая красота. Смотрите, какая красота здесь вообще. Так. И сюда. Ну, посмотрите, какая красота получилась. Дианочка, я тебя обожаю. Она то же самое делала, только с черным активатором. Ну и с белым, посмотрите, получилась какая красота. Просто красотень. Так что вот. Вот еще один из способов, в общем-то, сделать заливку. И посмотрите, что получилось. Я не знаю, простой заливки, вот, наверное, так вряд ли получится. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Очень мне нравится. Вообще изумительно получилось. Вот смотрите, какая красота получилась. Спасибо Шелле, спасибо Дианочке за их новые какие-то идеи. Вообще эти идеи действительно очень красиво получаются заливки. А Диана вообще постоянно экспериментирует, постоянно что-то новое придумывает, ищет. Вообще просто такой неугомонный экспериментатор. Надо сказать, что на ее канале получаю массу вдохновения и новых идей. Ну вот. Видите, какая получилась красота? То есть, повторюсь, я использовала в качестве активатора белила титановый Амстердам, разведенный с медиумом до состояния обычного жидкого акрила. И использовала
такую технику, как, ну, вы видели видео. Посмотрите, какая красота получилась. Все-таки, да, надо экспериментировать. И спасибо Диане, спасибо Шелли. На самом деле, в общем, ну, получилось просто очень красиво. Настолько красивое сочетание цвета еще получилось при растяжке. И при растяжке именно активатором. Ну, супер. Мне очень нравится. Так что пробуйте, экспериментируйте. У вас тоже все обязательно получится. И обязательно брать вот холст большой, маленький. Можно просто взять кусочек оргалита, плитку и попробовать разные материалы, которые у вас есть. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Обязательно ставьте пальчик вверх, ну или вниз, если вам не понравилось. Пишите комментарии. Ваши комментарии, вот честно, как бальзам на сердце. Любые вопросы, любые отзывы, любые комментарии. Я все с радостью и с благодарностью приветствую. Ну, понимаете, для чего, в общем-то, тогда нужен этот канал? Чтобы общаться с вами, чтобы понимать, что вам хочется еще посмотреть, что вам нравится, что вам не нравится. А так, как, ну, тычешься как впустую, как котенок в мешке, и думаешь, вот, может быть, это лучше или это лучше. А так, если бы вы, в общем-то, были более активными и писали, что вам хотелось бы посмотреть, какую заливку, может быть, сделать, вот тогда, в общем-то, и было бы ясно более-менее направление. Надо сказать, что эксперименты по техникам Шелли, в общем-то, всегда очень популярны. Ну и мне они тоже очень нравятся. Очень. Я с удовольствием всегда это делаю. Так что не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всех вас очень люблю. С нетерпением всех вас опять жду на канале. Давайте дружить, давайте общаться. Всем пока!